Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект «Изучаем ПЛК-контроллеры». Сегодня продолжим наше знакомство с OpenLogic, средой разработки для программируемых реле Oven. И давайте попробуем познакомиться с функциональными блоками. Зайдем в вид, панель библиотек. Нажмем кнопку «Функциональные блоки». И сегодня познакомимся с двумя функциональными блоками. Это RS-триггер с приоритетом выключения и SR-триггер с приоритетом включения. Нажимаем левой кнопкой мыши наши функции, наши функциональные блоки и переносим в поле для написания программы. Допустим, удалим. Нажимаем Delete, зажимаем левой кнопкой мыши и перемещаем в поле для написания программы. Сейчас пока библиотеку компонентов закроем. Зажимаем левой кнопкой мыши наш RS-триггер и переносим в поле для написания программы, туда, где нам будет удобно его наблюдать. Также зажимаем левой кнопкой мыши SR-триггер и переносим в поле для написания программы, там, где будет удобно его наблюдать. Давайте теперь соединим выход функции с выходом программируемого реле. Наводим курсор на эту линию, появляется красненький квадратик, зажимаем левую кнопку мыши и производим соединение. Здесь у нас тоже появился красненький квадратик, отпускаем левую кнопку мыши. Также здесь произведем соединение. И соединим с входами. Соединяем. Давайте запустим режим симулятора. Переведем симулятор в пуск. И посмотрим, как у нас работают RS-триггер и SR-триггер. Это у нас вход reset, сбросить. Это вход set, установить. Давайте щелкнем левой кнопкой мыши по этому входу. Мы сымитируем подачу на вход программируемого реле напряжения. В данном случае у меня программируемое реле на 12 дискретных входов, 220 вольт. Щелчком левой кнопкой мыши мы имитируем подачу напряжения 220 вольт на этот вход. Щелкаем левой кнопкой мыши и у нас set установить в единицу. На выходе единица. Сейчас можем повторным щелчком левой кнопкой мыши сымитировать снятие напряжения со входа. И видим, что единица на выходе зафиксировалась. Теперь для того, чтобы сбросить единицу, нам нужно нажать здесь и подать единицу на вход reset. Имитируем подачу на этот вход напряжения 220 вольт щелчком левой кнопкой мыши. И у нас сбрасывается. Предположим, у нас на оба входа подано напряжение. И сейчас мы смотрим, у нас на выходе 0. Сбросим. Смотрим функцию SR. Подаем сигнал на вход set. Установить. На выходе у нас единица. Снимаем сигнал и сбрасываем. Нажимаем сброс. Также пробуем подать на оба входа. И видим, что на выходе у нас единица. Если мы здесь подадим на оба входа, то на выходе будет 0. Здесь у нас приоритет включения. То есть, если будет сигнал на двух входах, то будет приоритет у входа set установить. То есть, на выходе будет то, что на этом входе set. Допустим, снимем, можем сброс, set установить, снимаем сигнал, здесь reset сразу подается 0. Здесь у нас приоритет включения, здесь у нас приоритет выключения.
Вот у нас на двух входах есть сигнал, но на выходе 0, поскольку у нас приоритет выключения. Здесь на двух входах сигнал, на выходе 1, поскольку у нас приоритет включения. Очень полезная функция. Хотя программисты говорят, что пользоваться функцией setReset — это дурной тон. Ну, допустим, нажмем сбросить. Сбросили. Set устанавливает и фиксирует выход. Reset сбрасывает. Также здесь set устанавливает выход в 1. И reset сбрасывает. В данном случае, если у нас выход установлен, поскольку у меня программируемое реле с релейными выходами, у меня контакт реле на первом выходе будет замкнут. Сбрасываем. Ну вот, пожалуй, на этом наше небольшое видео и завершим. Спасибо.